Всем большой привет! С вами Кочерыгина Анна, и сегодня хочу показать вам обзор своего заказа по каталогу номер 12 компании Oriflame. Большой заказик на 160 бонус баллов, еще будет до заказа, это только мой первый заказ. Давайте же посмотрим, что я приобрела себе, а что заказали у меня знакомые и коллеги на работе. Поле зрения у меня под углом. Непривычный формат моего видео, но зато не дрожащая камера. Мне в комментарии сделали замечание, что все хорошо, но дрожит камера, напрягает глаза. И я поставила уже на подставочку на свою специальную, которую заказывала. В каком формате сегодня попробую снять видео. Что попадает в поле зрения? Первое — это вот такой вот шампунь для волос и тела. И вот такое мыльце, то есть это как наборчик. Заказывали у меня этот набор в прошлом каталоге, их не было в наличии, и почему-то в резерв тоже не сделали. Я сейчас заказала по отдельности, но там тоже выгодная цена получается, если брать два любых продукта. Это на заказ. Заказала ребенку вот такие витаминки. Не буду про них говорить, много раз говорила. Если интересно, погуглите. Далее заказала себе вот такой дезодорант, новиночку. Люблю наши дезики, в основном только ими пользуюсь. В следующий раз возьму себе еще шариковый такой. Ну, аромат классный. Такая новиночка, но хочу сказать, что когда я только пришла в Oriflame, давным-давно были подобные вот такие вот карандашики. Каял он называется. Тени и карандаш можно использовать. Но такие были давным-давно в Oriflame. У меня еще были такие серебряные. Помню, был зеленый колпачок. Вот здесь он кругленький, там был он квадратненький. И их потом долго не выпускали. А сейчас перевыпустили, немножко усовершенствовали, немножко по-другому. Заказала себе вот такой Optimals скраб для лица. Новинка каталога 2 назад или 3 она появилась. Мне понравилось описание, то, что там кислоты различные, яблочная кислота, еще там какая-то. Ну, то есть там было так здорово написано, как он оказывает какое классное действие на вашу кожу, и я решила его обязательно попробовать. Шампунь у меня на заказ. Такой я уже себе брала, и он вообще классный, обожаю эту серию и тоже всем советую. Пользуюсь только нашими шампунями. Вокруг глаз был по вау распродажи. Антивозрастной 10-30+. Коллега на работе заказала тушь Giordani Gold. Ну, вообще, серия Giordani очень всем нравится. Заказала себе трафарет, и еще у меня заказали. То есть один на заказ, один для себя. Вот так он выглядит. Он такой силиконовый. Здесь есть описание, как использовать. Ну и пришел в таком бумажном конвертике. Взяла себе на пробу вот такие пробнички помад. Классная вообще помада. Аромат мне понравился, текстура, как выглядит. Но я, в принципе, не сомневалась о ее качестве, потому что это у нас Giordani Gold. И эти помадки будут уже представлены в новом 13-м каталоге. Вот такая книжка красоты. Была у нас акция, то есть она сейчас и есть. Эта книжка приходит за 10 рублей, а если отдельно заказать такую книгу красоты за 59 рублей, то в ней вы найдете код, и по этому коду в следующем заказе вводите этот код и получаете новиночку помады The One абсолютно бесплатно. То есть вообще крутая акция, ну, можно сказать, за 59 рублей вы получаете еще один такой журнал и помаду, ну, можно сказать, что халява. Новинка Venture Power. Мужская туалетная водичка, свежий классный аромат. Вот у меня две в заказе, очень понравился. Далее у нас тоже вот новинка. Тушь 5 в одном, всеми любимая, легендарная. Перевыпустили в новом формате, щеточку немножко изменили. И она еще круче. Заявлено, что еще даже круче. Но если та очень крутая, я не знаю уж какая будет эта, наверное, будет вау-вау-вау эффект 100 тысяч раз. Это Eclat Femme. У меня заказывает подружка постоянно, и это ее любимый аромат уже на протяжении 5 лет, как она только попробовала давным-давно еще у меня. Заказала себе вот такой лак, вот он у меня
но хочу сказать, что он полосит. Нужно 2-3 слоя наносить. И не особо такой мятный, какой-то голубой, в белый цвет отдает, какой-то бело-голубой цвет. Ну, я думала, он будет не совсем такой нормальный, но ожидала, конечно, я сама не угадала с цветом. Там еще был подобный лак, нужно было, наверное, лучше его заказать, тот цвет. Ну, ладно, по акции, ничего страшного, будем пользоваться. Маркер у меня заказали, вот видите, какой он большой, широкий для глаз. По вау распродаже был вот такой спрей-фиксатор для макияжа. Я его заказывала за 300 с чем-то рублей, а сейчас он 159. Вообще очень круто, и визажистам особенно классно. И если вы на мероприятие какое-то идете зафиксировать макияж, чтобы у вас ничего не поплыло, и в жару вообще очень штука нужная. Но взяла, пока взяла парочку, еще остальные возьму обязательно. По распродаже у нас было... такие духи, у меня такие есть, 5 штук заказали у меня, то есть там можно было 5 штук в одном заказе, и одни я уже отдала. Заказала я себе вот такую маску, она мега увлажняющая, решила попробовать, посмотрела видеоотзыв блогеров, лидеров компании Oriflame об этой маске, и тоже решила себе такую приобрести. Я думаю, там будет реально вау-эффект, который был заявлен девочками. Я ее открыла, чтобы вам показать. Вот такая у нее текстура. Такая прям, видите? И аромат очень приятный. И последние это масочки. Вот эта маска мне, эта подружка заказала. Идет классная сейчас акция на них. Обожаю эти маски, ими постоянно пользуюсь. До этого брала себе темные оттенки, а сейчас захотелось вот такой оттеночек. Подружка вот раскрасилась, и я тоже захотела для разнообразия. А это на заказ. И тоже подружка-брюнетка решила из брюнетки в такой оттеночек перейти. Ну, мы же девочки, да, нам же хочется чего-то новенького. Но краску это вообще обожаю. Она не ядреная, не вонючая, не портит волосы, без аммиака и в то же время стойкий цвет. И хватает ее на длинные волосы, то есть такая экономичная. Я думала, что мне нужно 2 пачки, хотя хватает одной. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока, до новых встреч!